А что если болит жопа? Я на минду забайчу, стой вот здесь на клифе. Я забайчу, прыгаешь, даешь хекс. И типа ты такой мужчина. На меня, прикинь, сейчас нападет. Ну, если что, я заявлю его туда. Ну, либо ты захексишь там. Опа! Нормально, 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 нормально. Стан, стан, хорош. Прокаста. Просто не ультуй, не ультуй. Без ульта. Кайтим медведя, медведь злой. После спячки. Опасный. Стан даю, убегаю. Слейп. Хорош. А теперь? По ульту. Хорош, бро. О, кто тпшится, давай ее. Готов. Бедолага. Захекси, я лагуну сразу дам. Бегу. И ты заберешь. Не сразу. Ладно. Оценим ситуацию. Портретку. Гоу. Хорош. Красиво выглядит. И на базу. Дядь, и на базу. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксанас. И сегодня у нас новое видео, посвященное рубрике «А что если?». А что если болит жопа? Здорово, Антонио. Короче, вы поняли, да, Антонио сегодня с нами. Здравствуйте. Незначай такое начало. Короче, сегодня будем пытаться проникать в оппонентов двойным, так сказать, проникновением. И смысл в чем? Это продолжение видоса, который был против чела, там чел, да, там ЧСВшник был какого-то, мы выиграли немножко, у нас не получился контент, который мы хотели. Ну и сегодня мы продолжаем, и как говорится, сегодня мы доделаем это дело, будем выискивать персонажей и в две кнопки прикладывать. Антонио у нас сегодня оформит на лине, и мы будем... так сказать, фаниться по фану, по максимуму, ребятки. Перед просмотром обязательно не забудьте подписаться на YouTube, подписаться на ТГ и, конечно же, на ВК-группу. Ссылочки все имеются у нас в описании, поэтому залетайте, заходите, буду рад всех видеть. Там в ТГшке у нас информирование, в ВК у нас имеется, как говорится, видосик, который немножко раньше выходит, чем на YouTube. Можно посмотреть, если у кого-то ютубчик троит, поэтому туда залетайте, гляньте, посмотрите, все будет хорошо. Блин, быстро продрафтили, да? Да. Вообще жесть. Что-то прям никто не ждал, быстренько так. Там такие герои интересные, Мартрейд, Вайпер. Блин, Вайпер? Слушай. Я куру тебе. Давай, кура, привет. Хорошо. Эзериал. Сделать. Визерал. Аганим. Не знаю, кто ты, друг, Ретурнул, где Кассер какой-то пишет, не знаю, кто куда. Мид, мид. Как у тебя настрой? Да, такой, нейтральный. Нейтральный? Ну, сейчас мы повеселимся, наверное. 15 минут проиграли, и бум, дрон лопнул. Короче, смотри, ребятки, это у нас второе видео, посвященное Леону и Лине. Next видео у нас будет в теории, посвященное Леону. И там мы действительно будем уже избавлять, как говорится, от геморроя. Добавится у нас еще один игрок. И посмотрим. Нифига себе, смотри, рун тут на руне что-то. И... Угу. Я подойду сейчас. Не-не, я пойду. А, ты хочешь? Давай, давай. Чё, нет, мы вдвоем, а там трое. А чё? Хочешь руну попробовать взять? Да, руну ты не заберем. Стан даешь? Забрал. Хорошо. Еще стан дам. Хорош, слушай. Я живу, не переживай, нормально. А, еще и промо. Марита, что от меня хочет? У нее сапог, слушай. А, нет, она просто очень быстрая. А что она хочет? Чему она за мной до тала бежит? Я орну, если она под тэшку за мной пойдет. Ну, подкопаешь это? Конечно, подкопаю. А когда не подкапывали? Ой, я не стал. Нормально, нормально. Я еще, может быть, поживу. Ну, это что-то умрет. Ну, они никто не умрут. Верно. Ну, а, хотя бы вот этого давай. Хорош. Но на телепорт у меня есть. Нормально. Пойдет. Блин, вардика нет. Кто-то варды скупил и все. Ну, пойдет. Я жил как овощ. Салате. Все же приготовлены. Старый помидор. О, старый помидор. Так, мне на меду надо фармить больше. Надо больше фармить.
Как говорил Леон, Чилин. I'm beating... А я петинг. Или я Петя? Я Петя. Чилин. Опа! Кот у меня тут вообще выдает, конечно, базу какую-то. Короче, он вообще прикольно начал на котле. Знаешь, что сделал? Он дитку залил ману. Дитку ману залил. И до этого еще иллюминейт. Иллюминейт просто за секунду, пуф, вот так вот. Неплохо. Блин, хилку с базы не взял. Печаль вообще. У нас два курьера там, короче, это Рикимару, Курочкин. Ладно, сапог уже возьму тогда. Ну это, конечно, круто. Так, мне нужно вот это. Блин, у нас курьер, короче, у Рикимару открытый. Неплохо. Хорошее начало. Хорошее начало. Меня смыло просто. Блин, интересно, а кто варды все скупил и носит? Ни одного варда на карте нету. Я хотел, короче, себе... А, у Фларка два варда. Ну, пришел просто. Пайплайн. Да, да. Я просто хотел вард на мид поставить, я не вижу его. Он, короче, за дубку кастанул, я сдох. Ладно. Все, больше не умираю, это типа... Актер, что сказать? Актеп. Больше не умираю. Вот смотри, куда он реализовал его. Опа! Слушай, это какой-то... Где мы находимся? Что за фигня? Чё пацаны такие фановые? Еще один вот сюда, ну вот этот профессиональный вообще. Не, ну вардинг, конечно. Слушай, я походу сегодня арну с этой доты. У нас сегодня походу фановая какая-то катка. Максимально. Можно, наверное, не потеть. Вообще. Посмотрим, как пойдет. Прям должно быть фаново-фаново. Блин, курьер багается, не летит, куда должен лететь. Не летит, куда должен лететь. Чилин, говорит. Говорит, I'm питинг. По-моему, есть такая фраза. Любитель питинга. Это говорит Шторм, насколько я помню. Я Петя. Еще Фурион. Леона похоже есть. Не знаю, не суть. Короче, я стою, долблю крипиев. У меня все хорошо по крипингу. Смотри, там этот отошел, дед старый. А, уже пришел. Хорошо. Ну, шестой левел апнется у меня, я его сразу убиваю. Один подкоп, он погиб. Один подкоп. И ты актеп. И ты актеп. Ух ты, задувочка летит. Вот это продолжение дело. Знаю. Продолжение знаем. Но только мы, наверное, его знаем. Блин, конечно, интересная игра будет, походу. Сейчас, в общем, наша задача по игре... Это, ну, у меня выфарм стандарт, но я, наверное, через мидас пойду, потому что нужен левел. 16-й. Левел 16 нужен будет. Сделаем левел 16. Надо 16-й, да? Да, именно 16-й, да, именно 16-й. Но, наверное, сначала до герочек, чтобы можно было реализовывать красиво нашу доту, как говорится. Так, тут пальчиком немного подработаем. Немножечко. Немножечко пальчиком подработаем. Хорошо, и работаем дальше. Че вы там вайпера и мартретку убиваете, да? Да. Катаем. Что, наши раки что-то душат, да? Это мощно, страшно звучит.
овнинг, овнинг, и челы там не гаснут никуда, никак. Так, ну если что, чувачок на котле отошел. Че, Сларк нормальный? Нет. Нет. Так долго задумался, такой, нормальный он или нет? Нет. Мне он не внушает доверия, да? Ну, блин, он вард два варда поставил просто куда-то на линии. И стоит просто, фоткает крипов. Прикинь, такой, вставочка была бы такая, Сларк такой с этой с видеокамерой. Чисто на крипов смотрит. Ой, бро, это, конечно, шутка смешная. Но ситуация немножко страшная, да? Как вы проиграли игру? Я доверил свои ПТСы вот этому Сларку, да? Там показывает такой Сларк. Нифига, смотри, он прыжком-то попадает. Ну, прыгнул, отошел, такая тактика. Дал-дал ушел. Дал-дал ушел. Ой, бебру внизу убивают. Бебра. Хорошо. У меня тут хороший фарм прям. Слушай, я, наверное, сразу в Мидас. Фига ты там сильно не убивай. Ну, буду послабее убивать. У меня типа мидера нету, просто чел ушел. Палец кдшится. Надеюсь, следующий палец я буду юзать на 11-м. Как кдшку снизить. Блин, 3 минуты кд, типа. Это же вообще жопа какая-то. Как вообще? Кто вообще придумывал этот палец, Фингерович? 3 минуты кд. 3 минуты кд. Это извращенство. Так, я смотрю, ты все-таки там сильно убиваешь, да? Ну так, да. Приложил руку. Я думал, ты ногами играешь. Ну да. Приложил руку, говорит. О, фит, фит, давай. Ноу, даггер, не кидай. Кинь даггер. Кинула. Ха-ха, хорош. Я болел за эту мартретку, чтобы она тебя приходовала. А ты что-то убиваешь там всех сильный, что ли? Убили. Ну, да. Надо все-таки поддаваться. Ну, немножечко, да, надо бы. Как говорят, развел на кнопки. Все нормально. Да, а че нет? Переснешься, когда прилетишь сюда? Да. У тебя ульта есть? Мустрля! То есть, когда тебя убил, надо мустрля написать. Слушай, а у них тут вард, по-моему. Ух, Сларк, алле, оп. Давай кому-нибудь комбу сунем. Кому? Выбирай цель. Ну, там мусрла, которая вот, наверное, ему надо. Ну, блин, у него 600 хп, у вайпера... Ну да, гоу мусрла тогда. Подойдет. Ну, хотя, она, наверное, не подойдет. Подойдет. Давай мусрла вот так сделаем. Мусрла... О, мусрла стоит. Стоит! Мусрла! Не убила. Мусорла, чисто. И кто такая мусорла? Это что ли? Наложница какая-то? Мусорла. Чьё-то имя, что ли? Типа да, мусорла. Ой, бро, это смешно еще. Уписсись, короче. Хорошо, у меня под столом есть специальная трубочка стримерская. Можно, не отходя от кассы, работать. Я всегда узнал, что ты инвалид. Осуждаю. Максимально. Хорошо. А что, мусорла тут у меня? На паке мусорла какая-то. Два мусорла летят. Котак, Хама, Нормандини, Треволдино, Озимба. Тормози, подожди, не надо вот это. Можно реально умереть с этого написания можно умереть случайно на стримах. Эй, мусорла. Случайно тогда. Мусорла. Ой, мусорла, убивает меня. Подожди, меня мусорла. Подожди, дай я жабу ей, да, мусорлу этой. Вот такая мусорла. Там 10. Ой, бруйка пришло. No. Подожди, я подкопаю, дядь. Не успел. Нет. Ну, получается, ты мусорла. Теперь я мусорла. Ну, будем меня каждый по очереди будет мусорлой. Ой, бро. Опа, мартретка, прыжок в таверну. Дай маны, ес. Опа, смотри, нифига себе. Что такое Нормалдри? Нордскол, дядь. А, это Нордскол по... на другом языке, да? Да, Нордскол. Нормалди. Подожди, что там? Мусуры, что там еще было?
Нормал ди, типа, нормально, типа. Так, я процитирую, ну, для точности, чтобы все было понятно. Итак, потак хама, нормал дни, тервол дину, кузинга. Авинга, сор. Потом сор написал. Так, у нас низа нет. Сор написал еще под конец, извинился. Сор, да. Он написал, а не, я не буду озвучить. Ладно, не буду. Короче, ты где? Нормал Дингман, ты на миду, да? Ты тоже медасик решил? Хорошо, бери рунку. У меня 15 секунд, и можем кого-нибудь в лесу найти и сделать проникновение двойных кнопок. Ну, все, вся заварушка на топе. Пойдем сюда, 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 давай. Не пойдем к Рикимару. 2 секунды, готово. Хорошо. Нормал Дингма. Сейчас проверим. Нормал Дингма или нет? Давай. Блин, там ЕС. ЕСа давай, наверное. ЕСа можно. Давай. Ты жирный. Ну. Жирный очень, да? Ну, две кнопки дали. Трипл стал. Ну, давай. Нормально, нормально, дядь. Нормал Дингма. Тут чисто в пятером. По двоим заду очка, заду очка. Вот это мы душим тут вообще, слушай, ну зверьё просто. О, жесткий, вот... да, ЕС? Вообще, о, Динго, нормал Динго. Нормал Динго. Ой, жесть. Ну, чисто ржомба. Короче, смотри, тактика такая теперь. Оставляем команду, пусть они чуть-чуть подфидонят. Качаемся просто. И делаем контенту. Нужно ульты прокачивать. Видел, дамаги нет вообще, мы боты. Автоботы. В атаку! Автоботы, в атаку. Чисто полетели. Получается, ЕСу дали две кнопки, но он не нормал Дингма. Ну, был бы нормал Динго, умер бы. А так он не нормал Динго. Ну да. Еще самое смешное, что забирают фраги, те, которым фраги в принципе не нужны. Там паки всякие вот эти. Лакопаки. Шлакоблоки. Шлакоблок. Блока-шлак. Отсосу у лесного тролля. Осуждаю. Я могу стать на время над лесным троллем. Я могу прийти, Трал. Если что. Знаешь, где никто не понял, да. Я могу прийти, если что. Так, у тебя там маны хп нет. Нет, я сейчас на Б пойду. Я знаю, где ты живешь. Ты чё? Смешно звучит. Ладно, я нормал Дингма сделаю пока. Вот этой курочке. У меня КД 90 сек. Ой, нормал Дингма, Ерс Бруйк. А, это иллюзионка. Есть сгущенка, есть иллюзионка. Ой, монеты. Ну, короче, я левел уже 12 имею. В целом. Это очень хорошо. Типа я сейчас еще чуть-чуть там и 16-й возьму. Пару драк, пару фингеров. Так. Рики там, король в рейсбендов. Король Разор Масков. Большой фанат Разора. Ах ты мусор. Стоит денает. Просто тупо мудила. Прикинь, пак арбой подлетает и просто стоит денает. То, что я в лесу фармлю. Ну, стрим-снайпер, понятно. Не-не-не, он понял, короче, именно тоже постоял, подрочился на S или там на H, не знаю, что он нажимает, и добил, короче. Вот этого я не ожидал, получается, переиграл. Потому что не думал, что он будет этот тоже денайт. Я думал, он просто ударит, а он, короче, тоже стоит денайт. И мы вот этот немножко подергались, короче. Короче, не нормал Дингма ситуэйшн. Нормал Дингма. Че там у тебя? Ты до сих пор до базы не дошел, да? Не, я был, я просто убивал тут. Командой. Команди. Ну, сейчас вернусь, у меня 20 сек КД. Хорошо. У тебя там фингер тоже? А, да, у него уже есть. Уже имеется. Тогда, тогда возвращаюсь. Все нормален уже. Вайпер идет. Блин, вайпера, наверное, с прокаста не убьем. Очень жирный еще с красивыми. Тогда давай немножко разомнем. Там где-то 1/5 хп.
Или типа дазла условно, там прыгаем и сразу шотаем. Подожди только меня. Мусирка. Ничего. Он пак начал. Я надеюсь, пака шлепнут. Блин, жалко, если... Ой, хорош. Дядь, так, смотри, нет. Ты где? Кооперируемся? Вот здесь где-то. Вот. Пойдем, вайпера. Наверное, Лину, да... Это не Лину, это Мартретку. Да, Мартретку. Еле направил. Вот тут ману... О, ЕС идет, дядь. Блин, я про ЕС забыл. Про ЕС я забыл. А, подожди. Да ты... Ну, короче, мне тут конечная. Да, я тут без вариантов. Конечная. Блин, ЕС просто, прикинь, все это время стоял, ждал, короче, чтобы прыгнуть. И мы, и в итоге я прыгаю. В Мартретку сильно много, получается, потратили. Да-да, по идее, надо, должно было быть два ульта сразу, и она должна была умереть. Ну да, ну мы так и сделали, в принципе. Но там, короче, там было крипы, я побоялся, я, короче, отменял ультимейт. Там крипы, я побоялся в крипа засадить, поэтому чуть пришлось посильнее поменять. Я рискнул. Я попал. Ты рискнул, да? Хорошо. Хорошо. Найс, левел хороший. Пойдет. Ну, будет интересно. Будет интересно. Будет интересно. Так, я на топе фарману. Пока фингер КД не полез никуда. Четвертый левел имеется. Как думаешь, какой-то... Надо отсейв себе делать. Ну, явно лично делаю, потому что мне маны еще почему-то не хватает. Я его делаю. Ну, Лина, она всегда такая мусырка, у нее вечно маны не хватает. Прям вообще печаль. Че, вы там в миду? А, есть лагуна? А, маны нету, да? Маны нет, маны нет. Ага, ну я тогда фармлю, правильно? Фармлю. Да, ну, да. У тебя фингер... А, у тебя уже есть. А у меня есть, да, я тебя так-то что. Если чё. Лина, да, она такая. Монопул ей нужен. Леон-то постоянно отсосать может, у него всегда будет. Только в КД упирается. КДшку. Внизу крипов можешь задуть, кстати. ТПшечка, задувочка. Как раз пока с базы туда-сюда. Если что. И потом пойдем подраться, наши там фидонят. У меня сейчас аганим будет. Можно будет грязь сделать. Массовый ультимейт. Условно кого-то еще смогу поднадамажить. Если мы будем кого-то таргетить там. Сможем грязи дать. 200 золота и полетели. Дазл с худом. Так, хорошо. Имеется. Нет худа без добра. Что там у тебя? Ты юл делаешь, да? Хорошо, вижу. Слышишь меня? Пропал. Ты пропал куда-то. Пропал. Так, у меня есть аганим. Аганимчик есть. Аганимчик и ТПшечка. Ты готов, да? Окей. Давай бардик возьму. Но этого там Сларк примет, я думаю, Котла. Кто-то на халпу придет по-любому. Я халпу. Пойдем в лес, вот сюда. А чё, у тебя отрубился микрофон или чё? В чём беда? Вайпера не хочу. Пойдем. Я вот здесь вард сейчас поставлю. Оценим ситуацию. Мартретку? Гоу. Хорош. Красиво выглядит. И на базу, дядь, и на базу. Красиво. Хорошо.
Дай маны, да, и с Юла добьешь. О! А, из-за худа не умер. Все понял. Так, у меня 16-й, могу чаще ультовать. Хорошо. Хорошую драку сделали. О, все, сдаются, фифе. Ясненько. Мы даже еще контента не дали, нифига, они уже поплыли. Уже поплыли, чуваки. Тут есть. Большого затрансмутим. 1300 золотых. Так, какие-то траблы у нас со звуковым сопровождением Антонио. Ой, еще и лаги. Да, чтоб все, все как надо. Все как надо, все по стандартику. Так, я, наверное, в Эзере выходить буду. Чтоб можно было вайпера. И FBI, открывай, да? FBI, открывай. Все, и поехали. Ты спроси у них, надолго они, если что, эти ФБР и тебе выключили микрофон. Надо, надо писать контент. Скажи им, надо контент на канал Кинозеса. Надо писать. Че там у тебя есть, да? Вот, ну хреново координировать не можем. Так. Раз, два, три. Варк не могу купить. Че, пойдем. Кого на речке видим, сразу шотнем. Если кто-то будет. Вон вард, смотри. Подглядывание называется. Сейчас тут я прыгну, если что. Опа. Бедолага. Хорошо. Подстанешь? Красава. Реально подглядывание работает, слышь. Сейчас ману высосу. Все, у него нет маны. Не достану ей. Жестко. Блин, но все равно, вот в этой катке, конечно, покрасивее тем, что все-таки контент дается с этими. С два ультимейта красоту все-таки делаем. Красоту все-таки в две ульты делаем. Это радует. Прям это радует, как никогда. Вот это то самое, что вот нужно нам. Кайф. Это кайф. Все, сдаются пацаны. Еще один фаст-финиш. И каточка у нас закончится. Опа. Есть. Качка. Че там? Алло. Да. Вон, я перезапустил просто Дискорд, не знаю, помогло. Угу. Странно, почему так дропает? Не знаю, просто само захотело. Ничего не делал. Ничего не делал, захотел. Так, ну что, в принципе, нам нужно, знаешь, что сделать желательно? Надо команду засуицидить, чтобы они камбэкнули немного оппонент. Тогда будет норм. Красота будет. Как дела, норм? Как дела, норм? Че, мартреткой сунем? Ой, с да. Момчиком она там. Пойдем? Да, найс. Я хекс в крипа дал. Вот я про это. Надо тренироваться. Да. Надо тренироваться. Хорошо, там пак фидит, найс. Сларк, го надо написать. Го, Сларк. Он с ДДшки. Го, мы поможем. Да, мы поможем. И типа разворачиваться и уходим. Давай сейчас подзабайтим. Го, Сларк. Он там. Сральк. Вай, Сларк, го. У меня лагун нет. Лагун нет у тебя. Лагун нет. Голова устрица. Так, уже есть почти. Кто там? Дазлингу может? 5 секунд. О, кто тпшится? Давай ее. Мартрет какого? Готов. Бедолага. Красиво. Бедная мартретка просто. Как мы ее этими лагунами. Ой, палец лагуна. Чел только это прилетел. Это все как он написал. Мус, это там, блин, я забыл. Мусорла.
Мусорла. Мусорла чисто. Мусорла. Все, кипер наигрался. ГГ. Ну, ребят, первая игра у нас чисто фановая. Next. Надо посерьезнее немного сделать, чтобы не было мусорла. Но я так думаю, они еще будут доигрывать сейчас эти два, три игрока. Потому что там два дружочка зашло. Дай, говори, дай холд. Даешь, два дружочка зашли. Два дружочка вышли. И пошло. И там мусорла получилось. Ну, наверное, будем заканчивать тогда. Пойдем некстовую. Так, у тебя есть уже, да, кнопка? Хорошо. Там кто ХГ будет, можно сразу жмыхнуть. Ну, я так думаю, там сейчас драка за шмот идет на колодце. Вайпер. Че, шопнем? Да, че нет? Когда не шопнем? Аганим у тебя? Аганим, аганим. Хорошо. Кто выходит, сразу ульту получает. Блин, вот в прошлой катке, которую мы писали, первая серия, можно сказать, в ней не было вот прям вот, вот того, что у нас сейчас. Сейчас прям кайфово. Прям кайф. Вот эти шоты постоянные в две ульты. Прям пушка. То, что нужно, как говорится. Так, у ЕСа даггер, смотри. То, что нужно. А, вот так-то лучше. Это так-то лучше. Во имя человечества. Так, даггер в КД, да, у тебя? Да. Хорошо. ЕСа бы. ЕС не подставляется. Сейчас я вот так сделаю. Хорошо. Чтобы не было мусырла. Есть даггер. Хорошо. Сейчас буду прыгать туда. Кого-нибудь хексы понеслась. Шайпер. Убьем? Да. Этот стейдж ждет. Чисто мусырка. Байбак. На есть и просто стоит выжидает, как это, как лев в кустах. Это было очевидно. Что ЕС мусуру-то картуй. Промакс буй. Чикен. Так, ты тут, да? Уже почти есть. Доламываем, заканчиваем эту катку. Чтобы пойти нормальную, не мусорла. Мусорла. Нормально, в принципе, настреляли в этой катке. Прикольно. Начало хорошее, интересное вышло. Кто там идет? Вайпер. Есть кнопка? Да. Уа, я даже не успел пингер дать. Просто чистый там... Чистый урон. Ну да, там 850 у тебя, по-моему. Ладно, мусорла сюда тогда дадим. Ой, урон. Ой. Найс мидас. Найс мидас. Найс мидас. Чисто, знаешь, Мидас закинул все. Вот так вот надо троллить чувака, если он на Леоне играет. Мидас просто кидать в деда. Еще рефреш собрать. Каждый монодрейн руинить. Ой-ой-ой. Ес, жмыхни, братка. Блин. Дай я мусорла сделаю. Фейкер байбек. Бубаски, да. И Винни выходит. Вот байбекнулся и стоит где-то там. Но он пар выпускает под колодцем. А он подставляет просто, чтобы мы собрались. Да-да-да. Он чисто как ЕС настоящий играет. Вон Марита стоит, смотри, три героя. Сейчас тучка заканчивается. Не прыгает, не захотел. Так, у тебя ульт есть, да? Да. Ну, ЕС 1600. Давай ЕС. Так, ну, давай. Хо-хоу. Я ему еще этого изорела дал немножко. Легко, да, чуть-чуть, да, легко, добавил. Чуть-чуть добавил. Как щепоточку соли. Найс мидас. Причем я сам же кинул. Давай это, по трону. Трон закончим и пойдем некстовым.
Потроллим. Тут уже мусорла катка готова. И, ребят, пойдем сейчас на экстовую. Не знаю, будем ли меняться героями. Пока непонятно. Поменяться ли героями или нет. Как думаешь? Как тебе по кайфу? Слушай, мне честно все равно. Я могу и на Леоне побегать, и на Лине по кайфу. А если ты мид пойдешь, блин, я не знаю, Лина, что все равно лучше, как мидак, я не знаю. Ну да, как мид, по кайфу ей. Есть ульта? Да. Ты знаешь, что делать. Просто чувак вышел, две кнопки даешь. Ты что, вышел Сусанов? Сусанов нашел. Хорошо. Кайф. Каев, 32 минуты, просто фингеров и лагун. 25 секунд до ульты, да, у тебя? ЕСа надо еще разочек. Это что-то он... ЕС такой, конечно. Рикимару ГГ. Скажешь, когда 10. Будет. Да, а мы... А, получается, ну, с Эсериалом убьем его. Да-да-да, и моего дэмэджа хватит. Если что, хекс просто. Все, готов. Хекс. Да блин, он застанет. Ну, давай кнопку ему делать. Ладно, короче. Ладно. Лагуна в 1 хп просто. Сейчас вайпера с руки. Ой-ой-ой, у меня... Ты, мусорла. Промах, промах, знаешь, такое. Кстати, убил бы, если бы не промахи. А, нормально. Но по идее все равно умру. Рапира, дядь. Промахи зарешали сейчас. Опа, Рики такой. Ага, не работи, почему? ГГ, ребят, первая катка максимально странная у нас получилась. Не знаю. Но фан был тут, конечно. Работает, работает, ребята. Лагуна плюс фингер. Погнали некстовую. Сейчас, наверное, поменяемся героями, чтобы видос наш получился более красочный. И погнали. Так, ну что? Нормально, нормально, можешь продолжать. Тибори-бори-бори-бори, кембоу. Полетели. Так, смотри, короче. Делаем. Делаю. Крышу делаю, поворот крышу, антенны не цепляю. Можно сделать свап? Можно. Можно. Ребят, короче, мы все-таки решили сделать свап. Давайте сделаем свап. Свап сделаем. Хоть на линии каточка была, я решил разнообразить Леончиком. Как видите, Леоном я не умею. Надо сыграть на линии. Опять раками играешь, опять актеп. Актеп. Can operate, rock me, играешь. Rock me, играешь. И что-то там комментарий какой-то был, ты еще отвечал на него. Что-то там вообще жесткое было. Какой-то хейтерский был. Да, 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 да. А в чью сторону? В мою сторону было что-то, и ты там что-то дефил. Но что-то ты завуалированно нормально ответил, ты так это. А мне вообще прикололо, камеру Антона добавь. Куда, да? Не, ну можно в теории куда-то вот здесь. Нет, ты имеешь. Ну, так для начала мне надо ее купить. Где-то нет вебки. Ну да, тогда открываем сбор на вебку Антонио, ребятки. Ссылка в описании. Десяточку закидывайте, я покупаю ему вебку и полетели. Ну, сейчас да. Нормальная вебка 1007 стоит. Плюс комиссия, там плюс мне, чтобы в город съездить. Ну, десятку, да, ребят, надо. Так что, если кто-то хочет увидеть Антонио, в офлайн донат, ссылка в описании, десятку кидайте. Я Антонио покупаю вебку, и вот здесь вот будем морду Антонио вставлять. Только тебе придется на ABS записывать, потом скидывать мне исходник, я буду вставлять. То есть все-таки лучше одеться, да, в этом случае? Слушай, да, не ну сидеть. Как бы в голом жопой и трусах, как говорится, сидеть не варик будет. Не варик? Но да. Я просто как раз-таки в эту сторону, в сторону монитора их направил. Я помню твою жопу волосатую, помню. Так как ее можно забыть? Не спрашивайте. Ничего не спрашивайте. Все. Вопрос закрыт. Ага. Вопрос закрыт, а донат открыт.
Да не, просто парень задал вопрос, вот я говорю, чтобы это сделать, если, ну, у Антона реально нету вебки, а чтобы сделать вебку хотя бы, которая, ну, вот как у меня вебка примерно, она сейчас, по-моему, 1,7-1,8. Я ее брал года 4 назад за 7,5. За 6,5, вот, за 6,5 точно помню. 6,5, сейчас 1,008 она будет стоить. И то, я не знаю, сейчас цены, может, еще сильнее скаканули. То есть, ну, это примерно десятка. Да, это мусорла, как говорится, но в целом... Мусурла. Так, центральный коридор в моем исполнении сегодня будет. На Леоне уже исполнил центральный коридор. Я не знаю, Котл меня за дубочкой прессинганул, я ему палец засунул и все. И больше на миду я его не видел. Странная ситуация. Сольное исполнение через позор получилось. Сольное исполнение через позор. Бывает в жизни огорчение. Ну ничего, вы не огорчайтесь. Ребята, если у вас в жизни все плохо, если у вас что-то не получается, вы не огорчайтесь. Просто ссылочки в описании, переходите на ТГшечку, на ВК и, конечно же, на ютубчик подписывайтесь. Просто не забывайте, залетайте, буду рад. Ну и лайк поставьте-то, ё-моё. Что мы тут сидим, распинаемся, два бомжа с улицы. Вон, у него зубов вообще нету здесь, у этого. На Леона посмотрел просто. Два зуба просто. Просто два зуба там у него торчат. Ну, у Лина-то ладно, соска, жопка помыта. Фига, тут тараканы ползают, там рыцари ходят, тараканы ползают. Давай его пробьем. А там что-то в демон. Шеридар. Тараканы! Это надо нам. Это надо, такие фармы люблю, да? Так, 14 секунд, он без кнопки. Протаймлю. Ух ты, это что за черная магия? Вуду Мэджик. Ух ты. Тирс Блуд. А есть подкоп? Вот так попаду. Подкоп есть? Ух, а ты. Вот так попаду. А я станом попаду? Я попал. Вот так. Слушай, вот байчу его. Давай, 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 убей меня, убей меня. Давай, убей меня. А, ты мне напомнил это. Короче, история с детства. Короче... Мы же тут живем в поселках, да, и есть, короче, у нас хорошие ребята в поселках, и есть не очень хорошие. Вот, и я на то время, короче, с девочкой встречался. А типчик такой был, выпендрежник лютый. И, короче, я с девочкой на море пошел. И там его встретил, короче. А он там с пацанами, там человек 7, наверное, было. И он, короче, приходит, вот я сижу с девчонкой, да, никого не трогаю. Я там не на берегу, а на пирсе сидел, там пирс такой небольшой. Вот, и приходит и просто начинает меня при ней, короче, чморить. И, короче, и пацаны подходят. Просто вот стоят толпа вот сзади, и он начинает меня чморить просто при ней. Понял? Mm. Я такой говорю, типа, ну, а чё ты себя так, типа, ведёшь? А чё ты мне сделаешь? Давай, побей меня, побей, говорит. Понял так? Перед пацанами, короче, меня лохуют лютые перед девчонкой. Вот это, конечно, зашкварно. Быть таким чертом, на самом деле. Это, ну, реально, это чёрт, вот, просто чёрт. Так. Позор, просто. Просто позор, да. А сейчас, короче, типчик ходит. Ну, видно по нему, что, короче, он чисто такой мусыр стал по жизни. Вот поэтому, ребят, прежде чем делать какую-то пакость, задумайте о том, что вам это может вернуться. Реально. А сейчас видно, что он такой, жизнь у него не очень. Ну, вот, наказывает все-таки верхушка немножечко. Ты не про Диму говоришь? Нет, ты че, Димон нормальный пацан. Нет. А у меня так... Я нет. С ними не общался просто. Не, они нормальные, дядь, они нормальные. Дима нормальный парень. Тем более сейчас уже, то молодецкая была хрень, а то чисто именно такая, знаешь, ублюдочная тема, которая... Люди такие вот есть. А имя скажи, может, я знаю его. Я не помню даже, как его зовут. Не помню. Я даже не помню, как его зовут. Ну, мусорла, он это однозначно. Ну, вот, типа, вот, как бы в жизни вот так может повернуться. Ой, достал, хорошо. Что вот он чморил, да, там, условно, лоховал меня, да? А вот у него сейчас по жизни хреново. Конечно, не желаю я ему хреново, чтобы у него было, но и так, как он делал, это неправильно максимально. То есть, перед друзьями выпендриваться и лоховать перед девчонкой, это как-то, ну... Вот прикиньте, да, вот это все равно, что в школе реально, ну, чморить постоянно на перемене, да, там, забирать деньги, там. У меня деньги в школе забирали, но это другая история. Это не в Агое? О, не здесь было, да? Нет, нет, здесь, когда я сюда переехал, здесь я кайфовал просто. Тут более-менее адекватные казались люди.
По крайней мере, здесь, где я живу. А там, в КЧР, где я жил, там ужастик прям был какой-то. Там старшеклассник мог подвести своего младшего братишку, чтобы тот деньги забирал. А я говорю, я не отдам ему деньги. Че, охренел? А он такой берет, вот так вот тебя берет, типа, и я тебя сейчас ударю, говорит, Отдай ему деньги, прикинь. Берет просто, ну, зашкварник. Я тебя ударю. У нас там уроды были в Авагое, а мне просто было не с чем сравнивать. Не-не-не-не, вот, дядь, там еще хуже. Где я начинал учиться, там еще хуже было. Там, короче, были такие приколюхи, что... Могли, короче, вот ты едешь на велике, тебя мог, тип, остановить на велике, ты катишься, да? Он тебя мог остановить тупо и забрать то, что ему нужно. Тогда, короче, в юности, я думаю, те пацаны, кто с юного такого возраста... Ну, там где-то 2000 год. Тогда очень популярно было, типа, на велик, там всякие катафоты вешать такое ярко, да, красиво, да, так. Я думаю, многие меня поймут. Многие не поймут, конечно, потому что очень много юных ребят меня смотрят. Но, короче, для юных ребят не выпендривайтесь, чтобы все было хорошо, уважать друг друга. А для тех, кто постарше, история. Вот. И, короче, вот я выехал с другом, короче, у меня там пару катафотов было, такие блестяшки в колеса накидываются, чтобы красиво было, отражатели, короче, простонародье. Вот, и типчики останавливают, тоже толпа, никогда человек тебя не остановит, всегда толпа, 5-6 человек останавливает двоих и начинается этот прессинг. О, а что это, берет тупо, в тупую снимает, короче, у тебя, и типа, ну, а ты если начинаешь бычить, они толпой начинают прессовать. И вот как бы вот такое детство. Вот, а когда я сюда переехал, где я вот сейчас живу, чуть полегче в этом плане стало. Mm-hmm. Но все равно есть тоже. В семье не без урода, как говорится. Так что грустно. Все это. Типа ник, я АФК. Я АФК, ну на миду реально АФК. Ну че, в ВС Лины тяжело стоять, в принципе. Че у вас там по лайнингу, спокойно? Просто фармим. Типы не подходят. Надо хоть пофидить-то, ё-моё. Вторая катка. Короче, немного жизы, базы вам выдали. Жизы и базы. Если что, ребят. Поэтому уважайте друг друга. Не выпендривайтесь. Все, что вот делаете, да, оно потом может вернуться. У меня, короче, вот последнее время тип, короче, на стриме задрачивает меня. Просто в личку пишет мне, что какой я плохой, какой я чмо, как я всем лежу жопы, чтобы мне донатили. Понял? И, короче, вот, и каждый раз, он причем он смотрит меня и постоянно это пишет. Мне там было за стрим, там что-то 20-ку накидали, он там, о, ясно, как же ты жопу им лижешь, тебе донатят. Прикинь, вот, типа. Вот, типа, и что с ними делать, с такими людьми, я не понимаю. Ой-ой-ой, да что там убивает огур? Тебя опять не слышно, да? Ты отвалился опять? Да, ты походу отвалился, дядь. Мусырлах. Ну ты мусырлах, конечно. Так, первое, что я куплю, это юльчик. Блин, да чё мы так овним? Что за хрень? Алло, прием. Да-да. А чтобы исправить, надо просто выйти, зайти в конфу. Лол, что за бред? Я как будто просто дропает. Слушай, что-то опять команда наша душит, я не знаю. Типа, и вроде не овержесткие ребята были у нас. По статам внизу покруче немножко, но и что-то как-то не удается. Сырла. Я пока, короче, виверосса убивать не буду. Ой, вивер сейчас что-то фигню делает. Я буду просто фармить, чтобы они немного камбэкнули, может кого-то поубивают. Они никого убить не могут, понял? Печалька, и сами фидят. Немножко нужно хайпа. Вай, вивер опять умирает, да? Ну и чё, твой вывод какой вот с этой всей ситуации? Какой вывод? Да, вывод какой. Какой ты вывод можешь для себя сделать? Такими людьми надо, я говорил это, но не было не слышно, просто слэш, бэн, бэн-лист, да. И пишешь твое имя. Правильно. Нет, а лучше займись,
Ладно, если я это скажу, это будет осужден. Осужден. Не надо, не надо. Не, мы против осужден. Аниме смотрели про тетрадь кто-нибудь? Во-во, записал, все, полетел. Знаешь, что вспомнил? Этот типчик к словам, короче, в ТГ-канале. Ребятки, не забывайте подписываться на ТГ-канал, кстати, ссылочка в описании. В ТГ-канале типчик мне высказывать начал, знаешь, за что? За что? За то, что ты пошутил, что якобы, а вот если бы сейчас не было бы записи, то я бы сейчас сказал бы. А, ну-ну, и что он сказал? Ну вот он начал мне высказывать, ясно, вы такие же, как и все. Если бы не было записи, вы бы там все обматерили и мамку потрогали. Короче, начал такую какую-то базу свою личную выдавать. Так что ты, между прочим, Антон, двуличный. Ну да, я что поделать. Вот так вот и живем. Мусор ты. Самый настоящий мусорла. Мусорла Антонович. Жесть, мы опять их овнем. Да что такое? Вот этот мусорла. Не надо меня трогать на вивере. Иди фарми. Не знаю, у нас команда какая-то звериная, на самом деле, опять. Там тип, наверное, думает, что если без записи, у нас тут такое перевоплощение происходит, что да, мы там прям топников превращаемся, знаешь. И... всех материм там, не знаю, режем там, да? Из Бэтмена в Джокера, так скажем. Да не, хуже. Хуже. Это забавно звучит, на самом деле, такие комментарии. Просто понимаешь, тут смысл в том, что люди не выкупают юмора. То есть для них это да, очень сложно. И самое главное, просто я и хотел сказать, что я просто фильтрую свою речь в том, чтобы не сказать именно там что-то такое лишнее. Ну, именно выразиться более мягко, что ли. Да, да. А смысл все равно я тот же передаю. Просто да, ну, естественно, я матерюсь. Так как тут есть фильтр, я такой, скажем... По контенту Аркадия, я соблюдаю этот фильтр. Ну, правильно, так же, это залог успеха. Вай, ты фидишь, что ли? Давай. Да пофигу, я Я пошел. Правильно. Нет, ну, короче, смысл такой, что мы как бы... Мы выражаемся здесь на видосе... в более завуалированной форме для того, чтобы вам было намного приятнее смотреть. Но это не значит, что мы, там, не знаю, только там запись кончается, там сразу мамку, папку, то есть трогать, там, оскорблять национальность и тому подобное. Нет, мы максимально это презираем, осуждаем, потому что это неправильно. Вот, и просто цепляться к каким-то юморным шуткам, ну, может каждый. А вы попробуйте, как говорится, сделать контента, да, красоту, прикола, да, какой-то вот... диалог-монолог провести, чтобы прям было интересно смотреть, и, то есть где-то прочувствовать себя, свои какие-то жизненные ситуации, где-то понять, где-то простить, да, вот, то есть, ну, выразимся более вот так вот. Где-то понять, где-то простить. Да, и, как говорится, делай это упражнение, чтобы спина не болела. Поэтому, ребят, всем респект, кто смотрит. Главное, оставайтесь человеками, не будьте обезьянками, с ветки спрыгните, если что, и возьмите банан. Ладно, противоречие какое-то сказал лютое. Светки, спрыгни, возьми банан, не будь обезьяной. Только что говорил, что не такое, а потом внезапно такой, ну вы обезьяны. Ну это опять-таки юмор, контент, вы же не понимаете, да, наверное. Здравствуйте, компания Reflame. Не желаете ли взять лагуну? Ладно. Бесплатная доставка. Бесплатная доставка, что? Чего? Бесплатная доставка. Хорошо. Держи, Огур, жопу тебе помажу. Так, что у тебя там? 8-й Эльвель. Дагы. А мусора нет вот этого. Давай, сейчас сделаем. Ой, Усра! Там Усра побежала, дядь, убегай оттуда. Ой-ой-ой. Усра бежит. Я его не видел. Пусть убивает, но не тебя. Он на хосте. На хосте. Не помогай. Пусть Урса там разберется. Он знает, что делает, дядь. Контент. Да, он делает контент. Давай, Хускара, убивай. Why dominating? You can do it. You can do it, bro. Come on, everybody, move. Let's go. Twerk your ass.
Come on, shake your ass, baby. Shake your ass. Ну, тверк — это направление, вы поняли, короче, yeah. Но смысл-то понятен. Вот эта фраза вот постоянно раньше в песнях была, вот этих... Shake your ass, там. Чуть не сказал, какого цвета люди ее исполняют. Осуждаю! Вот. И они постоянно фразу повторяли. Shake your ass, там что-то такое вот это. Baby, come on. Бро, come on, там. И это было круто. Все равно было круто! Вот это... Че, давай ждем кого-нибудь и прессингуем. Пойдем, слышишь, может, вардик какой-то агрессивный поставим. Где-то в лесочке, на подходе. Вот здесь, пойдем сунем. Пойдем. Вадим. Пока еще не это, не встал у меня. Не встал еще, но сейчас встанет. Урса там Аега. Блин, ну фингер в Аегу. Не хочется. Давай просто сольем его сначала Урсу, да, условно, если он здесь где-то пробегать будет. Я просто мимо проходил. Мимо проходил. Вот и он. Опа. Ой, Инуиз забрет. Давай я забайчу, типа. Пойдем, пойдем, пойдем со мной. Я на миду забайчу. Стой вот здесь, на клифе. Я забайчу, прыгаешь, даешь хекс. И типа ты такой мужчина. Сильный, давай. Красивый. Только не прогуляй момент, чтобы я не юлился. Он должен забайтиться. На меня, прикинь, сейчас нападет. Ну, если что, я заюлю его тогда. Ну, либо ты захексишь там. Опа! Помоги! Нормально, 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 нормально. Стан, стан, хорош. Прокаста. Просто не ультуй, не ультуй. Без ульта, без ульта. Без ульта, без ульта, без ульта. Кайтим медведя, медведь злой. После спячки, опасный. Стан даю, убегаю. Слейп! Хорош. А теперь? По ульту. Будем? Да. Хорош, бро! Изи! Сейчас мама будет. Мама будет. Осуждаю! Мама будет. Да будет мама. Да будет она всем. Да. Пусть всегда будет солнце. Пусть всегда будет небо. Все, я записал. Отправил в ФБР. Как там? Пусть всегда будет... Твен! Будет мама. Пусть всегда буду я. Меня слышно? Конечно. Я думал, меня не слышно. Тебя слышно, дядь. И жаль, что тебя слышно. Я на базу побежал. Хорош. Я просто песенку вспомнил вот эту. Меня надо покупать автомуты! Автомуты вперед! Так, Махмуд, беги. Я помогу тебе. Ну, блин, он в меня кинул. Хорошо, все, я вроде тебя спас. Несносный глупец. Несносный глупец. Зачем он тебя кинул, на мне стакали? Ну типа он на тебя стакал и потом решил на меня переключиться, да. Синдром стримера, что могу сказать. Болит у человека жопка. Так, ну между прочим, в принципе, я заряженный. У тебя есть ульта? Кадеш сюда. Я же Лайон. Лайон. Это эти, хрустящие на завтрак какие-то. А, да, Леон. Колечки. Че, зачем ты у него сосешь? У тебя мана фуловая. Не знаю, я что-то... Я машинально сосать начал. Я в другой... Вот, кстати, да. Машинально сосать начал. Захожу в лес, начинаю сосать, да, осуждаю. Вижу кентавра. Сразу становлюсь этим. Я забыл, как зовут любителей животных. Зоофил, что ли? Помни, зоофил, да. Ой, ну чисто этот видос дегенератов называется. Натура скрывается сразу просто. Натура, не, ну сразу, не, ну чувствуется, да, что ты масочку-то сними. Маску Скоби, а так у меня ее и нет. Не, ну в смысле, маску-то подсними. У меня, видишь, этот бандаж, который у Слейв носит, видишь, на голове. Бандаж. У Леон. Бандаж. Вебсайт? Deep, fucking deep, бандаж. И начинается гачи ремикс. Fucking ass. Так, у тебя есть Finger of Death. Кто там? Вон, смотри, в лесочке, ну, лоу хэповый фармит. Ну, нам не нужен. Где-то вот здесь сейчас будет чебуречек какой-то. Можем прыгнуть и сразу по кнопочке. Давай, я первый дам. О, вон, Вивер. Давай, он купил, кстати. С худом, да? А, нет. Я подстань его? Или захексишь? Захекси, я лагуну сразу дам. И ты заберешь. Не сразу. Ладно. 900 хп у чела.
Ну, красиво сейчас, красиво оприходовали, прям красота, мне понравилось. Да. Ты молодец. Я так дочке говорю, когда она ноет. Ты молодец. А, я думал, когда она хекс дает. Не, она хекс еще не умеет давать. Пока что. Пока что не умеет. Ну, кстати, Икспись, я не буду спирать. Тебе хорошо, сейчас 11-й апнешь. Долго, 3 минуты, КДшится фингер, прям очень долго. Страшное дело. Да, прям... Не буду убивать его. Играем в менее таком жестком режиме. Более такой щадящий режим применяем, потому что хочется побольше дать контента здесь, разговоров, красоты. Я знаю, что очень много ребят слушают меня на Альтабе. Очень многие ребята работают, кушают, какают, не знаю, там, чем занимаются. Может, любовью занимаются под мои стримы, под мои видосы. Поэтому, ребят, специально для вас. Больше разговоров, больше шуток, меньше... Это хардбас. Негатива, да. Многие ребята заходят на стрим и говорят: «Хен, а чё так это? На видосах ты чё-то как-то такой веселый, а на стримах ты какой-то очень злой». Но, знаете, когда нету внешних возбудителей, вот да, вот... Ну, Антон, конечно, возбуждает иногда, да, но об этом не сейчас. Я другие органы возбуждаю. Да, вот, как бы смысл в том, что я человек максимально простой и делаю то, что мне нравится. Начнем с этого. Я делаю контент, какие-то разговоры, как-то не всегда получается, ну, допустим, в общем, красиво отыграть, да? Всегда читаю чатик, и вот. И когда заходишь, делаешь контент, и приходит какой-то умник, который ничего не сделал полезного для людей, и начинает говорить, какой ты плохой, и что ты делаешь не так, но немножечко как-то неприятно. А те ребята, которые поддерживают, говорят: блин, классно, видос, брат, спасибо, по кайфу. Вот за этих ребят вообще просто горой. Спасибо, ребят, что смотрите и поддержите, это реально очень круто. Максимальная поддержка — это лайк. Средняя поддержка там плюс-минус еще, ну короче, там туда-сюда. Это заход на стрим, потому что стримы каждый вечер, но, как говорится, я больше всегда отдавал предпочтение именно качеству видоса, потому что стрим — это стрим, видосы — это видосы. Именно видосы качественные, must have. Вот. Ну и, конечно же, все остальное — это второстепенно. Недорог тот подарок, как дорого внимание, как говорится. Вот, поэтому приятно. Приятно тебя поддерживать. Огрбазу выдает, видишь? Да, типа, в смысле мы проиграем? Мы тут не проиграем, я на линии играю. Скади, Буриза, полетели. Там этот видел? Ридар делает что? Линку. У нас вардики закончились. Мимусер. Я сейчас на топе подформлю. У тебя 11 имеется, да? Уже все хорошо. Да, есть. Давно. И фингер есть, да? Mm-hmm. Нам вардик бы. Сейчас нафармлю. Блин, я заговорился, я вообще даже не смотрел в инвентарь. У меня есть вард. Я тоже. No! Мы сейчас вот здесь пойдем завардим, отвардим, дядь. Тебя там кормят, да, тараканами? Давай. Деликатесы подлетели, да? Кормят тараканами. My favorite. My favorite. Вкус. Как этот вкус будет, я не помню. Taste. О, taste. Yummy. Бублигум. Бублигум, опа. О, он меня видел. Ой, бро. О, да. Silent, silent. Гримера нет. А я себе мог и ул дать, все мог себе дать. Ничего не нажал вообще. Но все толпой там стояли, хреново. А там в центре обсерв. Сразу ребята перетянулись. Ну ничего, ошибки бывают, это ничего страшного. Я думал, и ул не буду юзать. Потому что на мне ульт, надо доджить его. А к чем не додожить, если не юлом? Ой, с Райлансер, дядь. О, там еще и жук-паук. Нифига там. Бласты инвокера летят с паука. Паукан, ноль, паукан. Ноль маны. Паукан. Суслик паукан. Нормально, пацаны, немножко камбэкнут, пусть камбэчат. Кость. Ролик ксусник паукан. Ксусник паукан. Ксусник — это вообще элита, дядь. Ксусник МХ.
Так, я, короче, ресусь опять на топ. Там сентряк надо делать. Будет. Да будет сент. О, давай я возьму. Ты не тащил? Все, есть сентри. Если что, я сейчас опустошу, обсерв, сентрик поставлю. Я. Перублейд, смотри, да. Какой. Давай, давай, опустим. С армлетом бегает. В инвиде. А. Чтобы махнуться хп. Это так он еще нужен, ты. Ну да, но класс в этом, в доте 2, там в 0 хп можно слить вообще. Первая дота, конечно, не так работает. Ну, смотри, сработал. Да, молодец. Что-то соображает. Пойдем за Девардем, дядь. У меня есть фингер. Я сейчас немножко раскочегарю героя. Блин, хекс бы ему. Хекс даешь? А, у него линка. Куда ему? Опять он попал, да чтоб тебе. Но я не могу вард снять. Мне надо вард снять. Я мог заюлиться, опять не заюлился. Да что за хрень? Я, короче, не буду первый тогда лезть. Мне дали, блин, половину кнопок. Я очень жестко под солкачером падаю. Прям жесть как. Они там все видят, и они даже ждут просто, когда мы пойдем где вардик видеть. Ну, типа, я не пойду тогда, ну смысл? Я вард один раз ударил, все, мне кинул этот астрал, я не могу ничего сделать. Короче. Там уже Алинка есть у астрала этого. Все, я готов насиловать. Сейчас вы меня не узнаете, мой геймплей. Фига, усра. На крипа, дядь. Ультани на крипа. Ой, Батков. Все, давай по-серьезки, короче. Я вардить не буду там. У меня бикеби. А у него бикеби есть. У него уже в КД оно. Есть этот у него. Что-то какие-то... Ты чисто два раза сдох вообще ни за что, на самом деле. Так, варды я тебе даю. Дядь, кура полетела к тебе. Драки ни за что. Я опять сфидил просто так. Причем просто тупо в размену хожу, и причем в такой размер, что никого не размениваем даже. Больше не умираю. Теперь 30. Давай. 30 я под на тебя 2. Буду играть. 30 на 2 сыграю. Так, все. Все, слово пацана. Слово пацана не даю. Да не, просто я фокусирован именно на вардинге здесь. Давай немножечко попотеем. Сейчас кто-то по-любому дефит перейдет, какой-то Свен. Свена там через хекс кнопки. До свидания. Че, опять идем туда же? Не, я не иду. Туда я не пойду. Я хочу тут. А, смотри, тут Еридар. 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 Я хочу вот тут этот вард постоять, может подойдет кто-нибудь. Ну сейчас что сало с худом. Я, в принципе, сало и так убиваю вроде. Внизу вивер. Чего? Ты видел? Линка. Sorry. Или ты в кайфу? А, я понял, в чем прикол. Следи Линка. За статусом, пожалуйста. Всех героев. Всех. Иридар, походу, Линку обузит. Есть баг, короче, жесткий. Он, скорее всего, обузит Линку. На Иридаре. Поэтому и ФП ее и собрал. Дядь, надо отойти. ХП нету, маны нету. Он, походу... Да. Причем у этого... У Сала даже статуса не было, Линки. Он ее обузит. Обузит. Короче, есть баг, что можно обузить Линку. Короче, просто впятером могу с Линкой бегать. Со статусом. Вот, он, походу, обузит. Но это хреново. Но если будет обузить, типа, камон. Мы, типа, запотеем тут игру выиграем. Просто так неприятно, сейчас бы Сала бы сдох, а то он просто с помощью бага засейвил его. Неприятно, конечно. То есть статуса на нем даже нету? Или он есть? Ну, вообще, в теории, он должен быть, но я не видел статуса. Сейчас посмотрим. Следи за статусом. Если статусы горят, Линки, то это абуз. Ну, такой он, мне кажется, он закрысил. 100%. Я не думаю, что он ему Линку кинул просто и пошел там фармить. Не думаю, что додумается. Урсуй на миде. Уже с башером. Давай чуть-чуть мы немножко переэтываем, дядь. А, чуть переждем. Что-то я вот этими двумя смертями я себе темп очень сильно поднасрал.
Так, ну у Свена нету статуса. Хорошо. Свена статуса нету. На базу иду. Сейчас приду. Виверос на топе. Кайф было бы шотнуть его, конечно. Там они в лесу, да, все бегают на топе? На миде Еридар. Лобака. Хорошо, я мид ТП-6. Давай задуваем здесь. Такое ощущение, огр пошел фидить. Да, они все там в лесу в этой точке сидят. Да, у Урса и Линка, слышишь, в статусе, он обузит. Он обузит Линку. У Урса, смотри, статус, видишь? Mm-hmm. У Вивера только нет. Свена, у Свена статуса нет. Пойдем Свена нагнем. Ну ТБ может сам вроде, не, но не справится ТБ. Не справится. Может быть, они пойдут сейчас на ТБ. Это очень сильно усложняет игру, дядь. Вот Линка, казалось бы, да, что там? Так, Дуралея Абузерского наказали. Я Линку дам. Ой, Глиммер, точнее. БКБ нажал. Ой, дядь, Глиммерочек нужен. Спасибо. Я уже думал, все конечное. Ну это... А, Аегиса нет тоже, хорошо. Там еще Свен живой, но он ушел в лоу хп. Только толпой. А в смысле только толпой? Что? Он еще жалуется. Камон, сами напали толпой, да? Ой, ну ты понял, да? К чему он клонит? Угу. Ну сыр это карту, а? Атмосфер хитрый. То есть, когда они толпой, это норм, а когда мы толпой, это уже не норм. Толпой, под забаганной линкой. Что да. Тебе еще надо? Жесть вообще. Осуждаю максимально. Этот Багаюс на самом деле очень жесткий, в плане того, что... Казалось бы, ну, что там одну магию, да? А ты попробуй, если у всех... Так у тебя просто 5 магий надо... Ну, просто надо слить 5 таргетных магий, чтобы подбивать все линки. Просто вдумайся в это. Просто вдумайся. Это же жепа. 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 Жепа, это жепа. Намеренно сказал. Это же жепа. Опа, глобалычка. Хорошо. Они внизу на пускаре напали. Да пофиг на них. Я пофармлю. Да, я артефакт сделаю себе. Это жепа. Найс, я сказал. Свен. Колонки Свен, помнишь? Да, у нас все еще есть такие. Свен. Ой, бро, так, у тебя там фингер откатился, 14 левел, да? Я сейчас на топе задувочку делаю. На базу телепортович и побежал. Колонки надоед. 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 Колонки надоед. Не умри. Сдохни. Сдохни, как Лего кричит, да? Слушай, а Рошан третий есть там? Блин, а чё мы Куру не подводим на Рошу? Чему мы такие глупые? Ну типа, блин, на самом деле вообще не потеем, просто кайфуем с игры и все. Опа, сыроек там. Сыроед. Попробую забрать. Ай, не успел забрать. Дядь Глиммер. Ой, брошка, спасибо. Блин, ну, сорянчик тут. Ой, хорош, хорош. Дай фингера ему нафиг. Ну ладно, я лагуну дам. А у меня ман нет. Ай, бро! Ты че, суицидал? Куда я прыгнул? Суицидала просто ты. Сагрились на меня. Ну, хотя сейчас день, ну да. Денечек. А, ну да, минут, да. Огр пишет, ща ливну. Не надо так угрожать. Не угрожай мне. Ща ливну. Фармери. Да в смысле фармери? Свена убивали. Фармери. Еще покликайте. Че? Че ви фармите?
Чеви Камаро зли. Камаро? Камаро, Чеви Чамаро зли. Да. Блин, может Линку сделать, а не Скадуй? Блин, по кайфу ты засейвил. Да, нормально так. И сам не сдох, хорошо. Без Линки, кстати. Да, но не перестал обузить, я спалил. Я не вижу. Вот тут. А, меня видно. Беги, дядь. А ты на Ахмана. Охексил его. О, с руки бить будем. Вай, смотри, у меня... усра. Стан... Я не попал, станом он не пошел сюда. Лимер дал тебе. Хорош. Я... Маны как... нет. Свен идет, Свен, дядь. Я отойду. Отойду, я захилюсь и подойду, дядь. Сейчас подойду, захилюсь. Я ливну сейчас. Урса Аега. Хорош, начинается та самая игра, ради которой мы здесь собрались. Нужно немножко подпотеть. Люблю это дело. Эфетник. Пойду и Ридара чпокну. Ой, Свенус еще пришел. Калинку не забудь. Давай вот этого. Собью Линку? Да, давай. Сбил. Глобалку дали. О, найс. Устра. Ой, дядь, есть гаста у тебя? Че есть? На все случаи жизни. На все случаи жизни имеется все. И это вот туда же мы раскайдим просто. И Астана, да? Он без маны. Хорошо. Сейчас сало 5 секунд. У тебя есть кнопки? Хорошо, дашь что-нибудь? Умничка. Ой, подстанем. Я подстаню. Хорошо. У меня нет фикса, маны нет. И я с руки его пробью его. Сало догню еще. Я быстрый. Красота, бе. Красиво. Гем. Ух ты, это же гем, дядь. Подарок. Заберешь батлигу? А, не-не-не. Ну забей тогда, я курой попробую. Тэшку вторую заберем. Нормально раскидали. О, тараканы покушать. Деликатесы подогнали. Деликатес. Delicious. Delicious. Деликатес. Тут с хикса надо, мне кажется, начинать, чтобы такого не было. Надо было. Ну там, конечно, не знаю, 10к ММР игрок как бы сидит. Мусур 10к. Там, короче, он зашел в туман сначала. Я не успел на него захексить. Попробовал в туман дать стан. Он из тумана вышел. Да-да-да, ежик из тумана вышел и побежал. Оправдание не удалось. Оправдание не засчитано. Так, пингер есть, да, дядь? Пойдем кого-нибудь сунем. Кто там будет, где? Я так прикольнуло, как тема просто моментально переключилась. Давай, хексы полетели. Уэй, буро! Дал? Нет, не дал. Ай, не достану, ну далековато я был. Живешь? Да по идее живешь. Че, когда не жили, что ли? Ну все, я пустой. Опять сейчас линка не сработала на вивера. Ой, стан. Немножко не доиграли, да, мы сейчас? Не добили. Я вроде как нормально начали, просто я думал, он сдохнет с прокаст. Я тоже думал, у него там мамезия еще включена была. Че, погнали этот, я возьму тревел. Ой-ой-ой-ой-ой. 16 левел у тебя есть? У тебя да. Уже фингер имеется. Найс. Я сейчас тпхнусь. И погнали. Есть вардик, да? Вот здесь сможем? Только вместе пойдем. Пойдем. Соло надо еще. Вражеский снять. Да, подходи туда, я сейчас продаю тревел. Ой, ну ты понял. Кто там внизу? Я, Юлю крипа. Через шифт на крипа нажал. 25к ПТС! Ой, дядь, там у тебя очень опасная ситуация. А, все, найс, там не видно никого. Опа, ща. Короче, я вот так сделаю. Чуть-чуть. Разрежу обстановочку. Но мне кажется, мы сейчас там обосремся. Оп, хорош. Пофигу. На меня они все ушли.
да? А, нет, Вогра. Вогра, ну я тут тоже тут поддоджил, тут там БКБхи. Да, вот. За варды дерутся они. За варды дерутся, да, прям за клипы, молодцы. Молодцы, очень радуют, да, красавчики? Респект. И уважуха. Скади уважуха. Да-да-да. Опа. Думаешь, заберешь меня? Завтра. Хотя вот со Свеном может быть. Так, надо неадекватно бежать, да, получается? Ой-ой-ой, курочка летит. Ну мы сейчас ту курочку подрежем на отходе. Доджим санстрайк. Help me, help you. Крип скипну. А убивать будем их пытаться внизу? Слушай, надо, они же вон волной идут. Без кнопочек. Без большинства. Да-да-да. Сейчас пойду куру подрежу, как я хотел. Внизу дефиться сейчас будем. Хотя я мид попушу и приду. Кура не летит, ладно. Я мид попушу немножко. Давай. Ой, хорош, они курьера слили сами. Об иллюзии. Если что, мид ломаю. Ты там не умри только, дядь? Сможешь? У тебя байбек есть, если что? Да, есть. Он все в меня слил просто и ничего не получил. Хорошо. Ну я доламываю мид тогда и тпшусь. Получится жесть. Хорошо. Есть. Урсу убили. Все, я тпшусь. Я мид сломал. Я отхожу. Нормально, нормально. Порегенься там, если что. Так, у меня, кажется, сейчас будут проблемы небольшие. Нормально, нормально, я живу. Че, можем, в принципе, в зацеперах поиграть, руферов? Красота. Красиво. Крацубо. Гем выложу. Мне не нужен, не знаю, зачем я его ношу. Так, у меня байбека не будет. Нет, да, бабушки? Теперь не будет. Бубацки. Что-то купил? Да, сейчас прилетит. Хорошо. Сейчас в миду можно будет подраться. Блин, если мы и Иридара закроем грамотно, прям будет хорошо. Он очень сильно моросит с этими астралами. Это прям... прям совсем не то. Эх, печалька. Я подхожу. Сырка бежит! У меня Юла... нет. Кажется, я умру сразу. Я тебе гримирую. Я вот так сделаю. Убегаю. Ой, есть кнопки, Антох? Дашь? Кекс, кекс будет. Хорош, я простаню и бить буду. Красава. Меня слышно? Да-да-да-да. Найс. Я на базу и в атаку можно пойти. У меня Юл, короче, я вроде дал Юл, у меня герой не поднялся. А, я все-таки Виверу таки сбил, наверное, Юл. Юлом. Не Рубиан Ливер. Анди Рубиан Ливер. Хорош, кайтим хорошо. У них БКБшки сейчас осядут. Я пошел по низу. Хелпанешь, если что? Подойдешь. Кто такой Дуук Уядон? Есть ответ? Не знаю. Хорошо, Иридар хорошо подставил. Блин, как же твой глиммер мне помогает, это жесть. Да, глиммер имба. Смотри, 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 смотри. Кто там, кто там? Опа, давай. По идее должен достать автох. Не достаю, не достаю, он под момом. Ну, мне кажется, можно. Сейчас некстовый дагер, но он, блин, конец, но просто занаглеть можно немножко. Сейчас эншины фармит будет. Встаню. Ух ты. Хреново, их тут двое. БКБ прожал. Глиммер. Ой, мужик, дядь.
Все. Глоба. Глобал. Ну, побью с лоу-граунда. Фингера, мне кажется, сунем. Блин, какой же кривой стан от меня. Блин, блинку засадил. Фиксую. Нормально. Тебе климер. Хорошо. Блин, тавер второй не сломаем. Ладно, я тэпа. Тэпы, да? Поскипайте крипев там. Байбай коридор, да пофиг. Блин, я блинку забыл, блинку засадил ульту. Хорошо. ТБ там приняли. Эридар с вардами, с линкой. Молодец. Вивер там бежит. Смотри, у нас в лесу. Да-да, я вижу, там вивер бегает. Т2 мы сломали, в принципе, кайф. Мне кажется, Урса там не может Рош убить какого-нибудь. А давай сами, возьмешь Аегу. Пойдем. Под варди ток? Хорош. Заберешь сыр. Вообще сыра Ега будет. Сыроед. А Еги забери вот здесь. Хорош. Сырочек, не знаю, огр может взять. Не без вардов. Все, оставь пока. Нормально. Я на байбек себе нафармлю сейчас, что в случае, если ошибусь, чтобы можно было в драку прилететь. Ну, либо шард взять могу. Ну, пока, наверное, рискованно брать шард. Надо одну драку еще провести. Сыр забрали, да? Нет, не забрали. Террорблейду поднесу. Сейчас я тэпнусь. Внизу поскипаешь? Ты внизу? А, хускар внизу. Хорошо. Можно на топе еще забрать тэшку. Надо открывать товара. На топ надо. Да, на топ надо. Но ребята все внизу там что-то трутся, потому что хотят, наверное, подраться. А вообще, в теории, надо топ толкнуть. Не хочется прям так. Ты на топ бежишь, тревел есть? У тебя нет тревелов, да? Они сейчас внизу просто в это, впрягутся я в драку. Могу купить. Ну, ладно, я куплю действительно. Кого летят. Возьми, они внизу уже драться собрались, уже Эридар подставился. Я вниз ТП даю, чтобы если что, посейвить хотя бы. Там Аегис, сыр у нас. А, Аегис у тебя, сыр. Через сыр мусыр. Если что, толкни, да прилетай. Мы тебя ждем здесь. У нас тут драка будет под их виженом. Это хреново. Свен может грязь сделать. Мусыр. Блин, очень опасно мне, конечно, перед ке стоять, но я дамажу жестко. Какой побежали. Во, в меня прыгнул, блядь. Хорош, мужик. Эй, маленький свенчик такой, смотри. А че он такой маленький стал? Лох. Лох, все понял. Так, сделаю. Че, отход? Ну, я постараюсь тебе помочь, дядь. Блин, есть. У меня юл еще будет. Но я умер, скорее всего. Не успею. Вай, бро. 150 хп. 130. Не, я умер. Ах, можно было единицу нажать. Но они под виженом там. У них вот здесь вот вижен. Ладно, ББ жать я не буду. ББ жать не буду. Подтолкну линию. Бежать не буду. Надо было мне кнопку слить. Скорее всего, выжил бы. Я не уследил. Там у Лины много эффектов. Так, то, что отогонимый эффект. Тройка светится. А там еще сало единицу кинул. Там хрен уследишь. Только в статусе. А в статусе, не помню, видно, не видно. Я смотрю, хп уходит. Такой думаю, блин. Сало 300 дэмэджа, да? 263 хп надо. Не, сдох бы. У меня уже 150. 170 был. Сдох бы все равно. А, в глимере-то резист. Не, не сдох бы. Лол. Ладно, моя ошибка. Надо, чтобы Огр поставил пару вардиков, мне кажется, как думаешь? Да надо бы. У меня еще тут
Штук 7 сентрей было. Я не знаю, забрали ли их. Пойдем. Туда. Вместе. Куда? Куда сай? Куда суй? Смотри, разделились они. На миде трое, на топе вивер. Ну они мид пойдут сейчас драться. Вивер им не поможет, он далеко. Можно попробовать. Они без аеги, только БКБ есть. У тебя аеги стали. Надо сзади убить типов. Я дефаю и поредхожу. Вы уже начали что ли? ТБ начал, да? Ну, БКБ отдали. Ну зря ТБ начал, мне кажется. Так, ну глобалку нажали. Пускай дерется, все дерутся. Хорошо, вот так хотя бы. Вай, тут Свен еще. Бил Малинку. Свен там под ногами. Сейчас тебе подстанет. Смогу бить? Ой, бью, хорошо. Но не попадаю, правда. У меня аега. Минута аега, дядь. Убей. Хорош, резнулся, да? Я нифига не стану, не могу попасть, ничего не могу. Я просто бить буду. Сайленс. Не могу ничего нажать под салом, ну господи, сколько он длится. Господи. Ну, хреново на самом деле. Вниз пушится. Байбек есть. Не надо. Я если что тэпну. Сейчас Свена поищу, чуть-чуть и прилечу. Нашел. Да я не буду за тобой бегать, чувак. За космодонжни. Ой, бро. Хорош. Я уж думал, не успею. А, сгорел. Хорошо. Хорошо. Утка где? Утка где? МХ сейчас, он, наверное, да ну и с этими МХ играть, да, а то. Хорошо. Так, ну я, если что, готов. Огур там. Что-то бегает, видит непонятно. Надо толкать, ТБ, толкай, дядь. Я не столкну еще чуть-чуть. УТБ там страта опасна. Не понял. Там не до фарма. УТБ страта особенная, ему фарм нужен. Ну так-то да, must have. Еще одну пачку толкаю и прилечу на топ. И ты... А, 40 секунд еще, да? Не, слушай, я тут. Ну... А, это Огр 40, понял. Просто они сейчас могут там подраться, ну глобалки не будет, это точно. Вот этого пацана надо убить и все, и гейм овер. Гоу, зацеп. Зацеп, я уже иду, я рядом. Ульт, ульт. Хорош, тычечка. Хорошо. Nice. Вот надо ему утонуть еще. Да, вообще по кайфу, он же все слил, получается. Все, можем заканчивать, я думаю. Блин, я мог бы не сломать, но Свен может прыгнуть, вон он Свен идет. Ой, как хорошо он кастует. Боже, БКБ нажать. Урса. Без БКБ. О, мне ГГ, да? Вай, глиммер какой царский, да ты посмотри. Ну я дерусь до того. Хотя я соврал. Живой, да ты? Там. У меня хп немного, но я Иридара могу убить. Прыжочек там. Есть кекс? Дядь. Бегу, есть. Главное, чтобы у него линки не было. Не была линка! Хорошо. Че, по базам, да? По базам. Сразу вниз бежать. Ладно, восстановить хп, восстановить. И внизу с Урса. Найс, сейчас Урсу еще примем, дядь. И надо было смог прожать нам. Нормально, нормально, и так. Если что, просто хексом. Он до талого пойдет. Да, он здесь. Хексом и до сюда. Погоди, у меня даггера нет. Ничего страшного. Я побайчу, у меня скади есть.
по ультимейтику ему, он под скадинщину сделает. Хорошо. Все, еще один сдался. А чисто, на самом деле, тут невозможно было проиграть. Возможно. Когда режим терминатора включен. Да, режим терминатора подрубается, и мы тут начинаем овнить просто. Машины, мужчины. Как это все? Это все оно так, ты что думаешь? Шутка какая-то, что ли? Мужчины, мужчины, мужчины. Пятый минут играем. Да, ну мы же сами так подтянули. Могли еще раньше закончить. Но контента, что как... Контент за 20 минут не дается, между прочим. Вот самый контент. Так, я в топе, если что. В топе. А когда не в топе? А кого не в топе? А кого не в топе? Мне нравится эта Лина с Буризой, что она ломает офигенски. Давай, туши. Блин, понятно. Я забеспелюсь. Че, вы деретесь, да, там? Ну, я пушаю. Свенчику по кнопочке или Ридару? Ридар, ну ты... Усур, это карты, конечно. Юзай, я ульту. У меня этот... Линк в КД. Пойду не сломаю. А что тебе надо? У меня Эридар докопался. Докопался прям до Талова, да? Хочет тебя. А ему сейчас там пускат объяснит по понятиям. Блин, хорошо. Отлично. Ну что ж, ребят, вот такой у нас получается контент. На этом Лина с Леоном у нас отходят на второй план. И будем продолжать дальше пилить некстовые видосы. У нас некстовый видос будет посвящен Леончику и еще нескольким героям. И будем, конечно же, также делать красивые приколюхи. Ну а, как говорится, вот эту катку и, в принципе, серию игр Леон плюс Лина, да, это у нас две серии было. Первая серия у нас была против ЧСВшника, а эта серия у нас просто немножко так... Поразговаривали, попотели немножко и сделали красоту. Специально для вас, ребят. Не забывайте поставить лайк, подписаться на YouTube, подписаться на ТГ и на ВК. Там видосики выходят у нас немного раньше. В ТГшке у нас ребята кооперируют, чтобы играть. Ну и там информация о стримах и в целом о всем контенте. Ну и там еще и лайв-контент. Поэтому, ребятки, залетайте. Антонио, что скажешь по игре? Да не знаю, пофанился, побазарил нормально, поиграли. Ну, посидели. Все в стандарте, да, короче, сделали. Да. Да. Обычно, ну что ж, нормально. Следующий видосик у нас будет по плану интересным тоже. Поэтому, ребятки, не пропустите. Ну и на этом все. С вами был Ксеназис и до скорого. Всем удачи.